Всем привет! 26 апреля, почти 10 утра, у нас там пробивается солнышко, на небольшую тучку спряталось. По температуре пишет 12 градусов, но по ощущениям намного теплее, наверное, градусов уже 15, на улице тепло. Мы идем, тоже вроде как должно быть тепло, тут вот нарушитель тишины. 3 часа дня. У нас такое небо немного в пелене, но солнце пробивается, пригревает. 18 градусов. На улице довольно-таки тепло. Вот, есть небольшой ветерочек. Ну, он так вроде прохладный, но сильно не сбивает, редко подувает. Поэтому в целом неплохо. 9:20 вечером. Такой у нас вечер. Хмуренько. У нас прошел дождь. Где-то часов 5 прошел. И сильный, потом потихонечку там то шел, то не шел. Вот сейчас уже закончился. Ну, конечно, теперь у нас на улице так влажно и прохладненько. Стало 14 градусов, наверное, будет уже поменьше, потому что после дождика стало попрохладнее. Все такая вот у нас сегодня погодка. Выпишите, какая погода у вас. Не забывайте подписываться на канал. И всем пока-пока!